По данным следствия, 36-летний житель Брестского района на протяжении более 2 лет осуществлял реализацию запрещенных препаратов для спортсменов. С увеличением объемов продаж он открыл несколько интернет-магазинов, а для хранения анаболиков арендовал 2 квартиры. Для доставки препаратов покупателям использовались водители такси, маршрутных автобусов, которые не были осведомлены о содержимом посылок. Преступная деятельность в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий была пресечена сотрудниками ОСАМ Государственного пограничного комитета. В ходе следствия фигурант не признал вину в сбытии сильнодействующих веществ и выдвинул защитную версию о том, что он хранил сильнодействующие вещества для собственного употребления. Вместе с тем, собранными доказательствами по уголовному делу, его аргументы были полностью опровергнуты. В ходе осмотра мобильного телефона фигуранта установлены переписки с многочисленными покупателями. Также установлено, что в ходе общения с ними он использовал средства конспирации, изменял имена учетных записей, а также в ходе общения использовал кодовые слова вместо реальных наименований препаратов. Преступный доход от незаконного оборота анаболиков составил не менее 11 тысяч рублей. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 41 тысячи рублей. Мужчине предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Беларуси и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела следователи передали прокурору для направления в суд.